Сегодня два украинских футбольных клуба стартуют в групповом турнире Лиги Европы. Луганская «Заря» сыграет со шведским «Эстерсундом» на стадионе «Арена Львов», а киевская «Динамо» примет дома на НСК «Олимпийский» албанский клуб «Скендербео». Накануне матча на клубной базе в Конча-Заспе «Бело-синие» провели открытую тренировку. Присутствовала на ней и наша съемочная группа. За более чем 50-летнюю историю выступления «Динамо» в евротурнирах киевляне ни разу не встречались с соперниками из Албании. «Скендербео» прошел 3 квалификационных раунда, а в группу попал благодаря ничьей в гостях с хорватским «Динамо» Загреб. Так что недооценивать соперников из города Корча не стоит, считает вице-капитан киевлян хорват Домогой Вида. 2 года назад мы играли со «Скендербео» товарищеский матч. Но это будет совсем другая встреча, другой настрой. «Скендербео» не просто так попал в групповой турнир Лиги Европы. Будет сложная игра, но я уверен в нашей команде и в том, что победа будет за нами. Для Александра Хацкевича матч со «Скендербео» станет дебютным в групповом турнире Лиги Европы на посту главного наставника «Динамовцев». Говорит, готовились к поединку по стандартной схеме, просматривали стартовые игры чемпионата Албании и матчи соперников в отборе на Еврокубок. На футбольном поле, выходя на футбольное поле, все команды равны. И только игра команды, индивидуальные качества наших футболистов. Да, они индивидуальные качества наших футболистов сильнее, но это нужно показывать на футбольном поле. И я говорю, что они отвечают за свою игру, за те требования, которые я им предъявляю. За настрой, это уже, да, зона ответственности моя. Не сыграет в сегодняшнем матче за «Динамо» поляк Томаш Кіндзёра. Он в Варшаве восстанавливается после вирусной инфекции. Все остальные игроки в отличной форме и готовы дать бой. Тренер «Динамо» сравнил албанскую команду с соперниками по чемпионату Украины. Это может быть та же Александрия или Полтава, Ворскла. Потому что тоже достаточно организованная команда, обороняется и компактно, и есть футболисты достаточно мощные. Переход из обороны в атаку тоже налажен. Интересно, что в райдере албанцев плитка черного шоколада для каждого из членов делегации. Не для того ли, чтобы подсластить горечь будущего поражения? Ведь «Динамовцы» считаются несомненными фаворитами сегодняшнего матча. Елена Дідух, Тимофей Сорокін, UATV.